Куриные яйца – один из самых ходовых товаров на прилавках. Особым спросом пользуется местная продукция. Цены на яйца от Шымкент-Кус варьируются. Первый сорт – 25 тенге, отбор – 26 тенге, супер – 27 тенге. Правда, товары шымкентской птицефабрики быстро заканчиваются, говорят продавцы. Многие спрашивают продукцию Шымкент-Кус. На них указан срок выпуска. Они всегда свежие. Правда, первую категорию Шымкент-Куса берут не очень хорошо. Хорошо берут отбор. Но местные быстро заканчиваются. Их мало. А когда заканчивается местная продукция, горожане раскупают яйца алматинского и североказахстанского производства. Тем более, что и стоят они дешевле. Купить привозные яйца можно от 17 тенге. Некоторые покупатели отмечают, что и по качеству они не уступают местным. Особой разницы в качестве я не вижу. Почти одинаковые они, только цены немного разные. Тем временем на птицефабрике «Шымкент-Кус» рассказывают, что обеспечивают потребительский спрос по мере возможности. Это около 60% рынка. По словам производителей, корм и необходимые добавки они привозят из других регионов, а потому и цены выше привозных. Корм дорогой, подорожали тарифы на ком-услуги. Все это сказывается на стоимости нашей продукции. Годовая мощность предприятия – 140 миллионов яиц. В день здесь выпускают около 400 тысяч штук. Повышение стоимости на пшеницу также сказалось на стоимости местных яиц. Пшеницу доставляют с северных районов железнодорожными составами, что негативно отражается на цене, говорят на Шымкент-Кусе. А вот привозить готовую продукцию из других регионов машинами и уже готовую к реализации гораздо дешевле, уверены на предприятии.